50 лет назад самая, как говорится, успешная группа 20 века Beatles стартанули свою карьеру. 63-й год это был, давным-давно далекий, уже забытый сейчас. Уже буквально полвека прошло с тех пор, и мы решили не заморачиваться и выбрать их песню. На этот раз это будет Джон Леннон со своим, опять же, мега-хитом, который не погнушались делать и Майкл Джексон впоследствии, и Аэросмит. И мы тоже решили скромно вставить 2 копейки. И эта песня не нуждается в лишней рекламе. Все ее хотя бы раз в жизни, но слышали. Спасибо.